Возможности по заготовке леса используют всего на 13%. Ежегодно в регионе заготавливают 2 миллиона кубометров, а могли бы 15, без ущерба для природы. Для развития лесного бизнеса в Тюменской области реализуют 4 крупных инвестпроекта. На предприятиях будут перерабатывать древесину, производить пиломатериалы. Одна из компаний откроется в ближайшее время в Увадском районе. Другие начнут строить в Исетском и Тюменском. Еще одно производство, Тюменский ЛПК, подало заявку на реализацию инвестпроекта, который является приоритетным. Оборудование у него действующее, которое дает право на безаукционное предоставление лесов в аренду. И, соответственно, мы сейчас этот пакет документов подготовили, потому что там объем инвестиций превышает 300 миллионов рублей. И сейчас направили его в Москву. То есть сейчас идет процесс согласования различных аспектов, критериев, параметров с федерацией.